Здравствуйте! Сегодня я хочу вам рассказать и показать, как плетется вот такой вот браслет. Он очень прост в плетении, но выглядит интересно. Браслет можно плести на рогатке, ручках, пальцах, но я буду использовать два столбика вот такого вот станка. Для плетения я выбрала три цвета. Можно использовать один цвет или несколько цветов, как в этом браслете. Итак, начнем. Берем первую резинку, одеваем на первый столбик, перекручиваем восьмеркой, одеваем на второй столбик, опускаем вниз. Берем следующий цвет, одеваем на два столбика, и в дальнейшем все резинки будут одеваться без перекручивания. Берем следующий цвет, снимаем нижний ряд, опускаем вниз, берем следующую резинку, одеваем, снимаем нижний ряд, опускаем вниз. Следующая резинка. Нижний ряд опускаем. Берем следующую резинку. Нижний ряд опускаем. Берем следующую резинку. Нижний ряд опускаем. Следующая резинка, нижний ряд опускаем. Следующая резинка, нижний ряд опускаем. Вот у нас вырисовывается рисунок. Продолжаем плести до нужной вам длины. Итак, я сплела браслет нужной мне длины. Теперь нужно сделать застежку. Снимаем нижний ряд. Перебрасываем резинку с одного столбика на другой. Берем клипсу, протягиваем, зацепляем две резинки и соединяем с другим концом. Итак, у нас получился вот такой вот браслет. Заходите на наш канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, следите за обновлениями.